Почему митингуете? Ну, мне нечего сказать, извините. А вы студент или учащийся школы? Учащийся. То есть вы школьник еще? Угу. Ну, может быть, кто-то вот из вас выскажется все-таки, почему вас волнует эта тема, почему вы решили уйти? Ну, это митинг антикоррупционный, я выхожу против коррупции. И я как бы не поддерживаю действующую власть, и я вышел, что за это, что я поддерживаю коррупцию. Угу. Скажите, вот перед всеми этими митингами с вами учителя проводили какую-то, скажем так, воспитательную работу? Нет, но упоминали. Угу. А в какой форме это было сказано? В нейтральной. То есть никто не угрожал, например, там, я не знаю, вам заваленными экзаменами или, не знаю, там еще какими-нибудь двойками? Было немного. У вас было? Но мне говорили некоторые учителя, завучи говорили, если я пойду, то меня тупо не допустят к экзамену. А в какой школе вы учитесь? Лицей номер 6. В Пермске, да? Угу. А вы в каком классе учитесь? Ну, уже заканчиваю. Ага. То есть вы в этом году сдаете экзамены, правильно? И для вас это актуально, скажем так, вопрос. Понятно. А родители ваши как относились к этому? Кто-то знает? Мои нейтрально. А митинги, в смысле, негативные? Ну, говорили то, что Понятно. А вы в Бердской школе учитесь? В какой? Не будете, да, говорить? А, понятно. А вы в каком? Экономический лицей. Понятно. Так, а вас как зовут? Михаил. А вас? Сеня? Спасибо. Пожалуйста, почему вы вышли на этот митинг? Я еще учащийся, я недоволен нынешней властью, и мне интересно мое будущее и будущее моей страны, поэтому я вышел сюда. Вы учащийся школы или университет? Да, Черепановская школа. Ага, то есть, а у вас в Черепаново не проводят каких-либо там пикетов сегодня, ничего такого, да? Поэтому... Только патриотические. То есть вы, наверное, из соцсетей или из средств массовой информации узнали, решили приехать. А вы вообще, в принципе, поддерживаете политику Алексея Навального? Или вы, не знаю, так, скажем так, к нему... Я поддерживаю политику Алексея Навального. Понятно. Вы учитесь? В девятом классе. Спасибо. Быть с коррупцией. Хочу, чтобы люди знали, что происходит вообще в стране, что власти делают очень много противозаконного, и нужно переизбирать власть. Вы сами сталкивались когда-нибудь с фактами коррупции? Может быть, вас там или ваших родителей требовали когда-нибудь взятку? Сам, наверное, не сталкивался, но видео смотрел. То есть вас вот эти факты возмутили, скажем так, которые были публично описаны в СМИ, в интернете? Понятно, спасибо.